Доброе утро, друзья! Сегодня мое послание обращено в будущее, формирование его и исполнение прямо здесь, сейчас. И у нас для этого все есть. У нас есть учение правды, этика сердца или путь правды, который основывается на триипостасной, трехмерной матрице жизни. Это правда, женщина, семья. И сегодня мое обращение к женскому активу Школы здравого смысла для того, чтобы мы собрались и собрать этот круг женской силы, создать этот эгрегор и запустить в пространство информационное поле, проманифестировать вот эти вещи ценностные, цивилизационные вещи, которые были, есть и всегда и будет, что Бог, мать и дом, семья – это всегда и всегда было, есть и будет основой. Это же простые вещи. И первая тема, под которую хочется собрать наш женский актив, женскую силу, обсудить, проговорить – это женщина, начало всех начал, начало всех начал, учитель мудрости, этики, любви и так далее. Ну а вторая тема, второе заседание, второй форум провести на тему «Семья». Семья – это святое вечности зерно, корень мудрости и клетка живого организма цивилизации. Вот эти две вещи. То есть это мое обращение, чтобы мы это собрали скорее и сделали, обсудили и запустили эту волну, создали этот круг женской силы, создали этот эгрегор. У будущего пока нет никакого эгрегора. Идеи есть, проекты есть, программы есть, но должен быть эгрегор. И я считаю, что инициатором и манифестатором и вдохновителем для создания образа будущего, в которое все в гармонии, в целостности, взаимоуважении, в правде, добре и любви, это должны быть женщины. Женщины в своей исконной, божественной сути, в своей чистоте, которой Бог наделил человека, наделил женщину. Пробудить эту чистоту, пробудить эту богиню и создать этот эгрегор. Вот задача какова. Запустить. Это главное, что мы сейчас должны и можем сделать. Это в наших силах. Для этого ничего не надо. Актив Школы здравого смысла, женский актив, обладает великой силой, мудростью и глубинным пониманием всех процессов для того, чтобы проговорить это. Многие говорят, подумаешь, говорит. Так все начинается со слова, все начинается с идей, все начинается с энергии, даже правильно сказать, энергии, которая запускается в пространство. И нам нужна эта энергия. И я считаю, что этот эгрегор женской силы или круг женской силы, который будет создан в процессе вот этого форума, посвященного, первый форум посвящен именно женщине как источник начала всех начал, как учитель мудрости, правды, любви, этики. Он создаст этот эгрегор, который будет обрастать уже. То есть это начинка, это энергия, это вселенская женская энергия. А мужчины будут это реализовывать на практике. Поэтому это простая вещь, но нам нужен эгрегор. В прошлом году у нас было собрание, мы составили наказ, стоглавник и пятистолпник. Это была мужская сила. Она произвела свое действие, она достигла правителей, они приняли соответствующие решения и действия оказали, не будем об этом говорить. И резонанс прошел большой, начиная от Владимира Владимировича Путина, Святейшего Патриарха, и в том числе резонанс и даже канцлера Германии, который напомнил, что сила в правде. Это совершенно недавно он об этом заявил. И нам нужно этот круг совершить и создать этот эгрегор будущего мира. Источник огня. То есть я хочу повторить, что предназначение женщины создавать это тепло, это уют, этот дом, этот эгрегор этот очаг, как бы шагать надо от этого. И это в наших силах собраться, проговорить, запустить, манифестировать и, возможно, даже составить некий наказ нашему правителю от женщин. Как это, во что это выльется, я не знаю. Следующий уровень, посмотрим, насколько мы сможем пробудить это. Эту чистоту, которая присуща женщине. Она задает параметры чистоты. Женщина задает параметры чистоты. И есть такое прекрасное высказывание. Если вы хотите что-то узнать, то, что кто-то знает в мире, спросите у папы. Но если вам надо то, чего нет в мире, никто не знает, спросите у мамы. Речь идет о том, что это исконная природная мудрость, исконное природное понимание, стремление к миру, к единству, к гармонии – это свойство природы женщин. Мы стремимся к гармонии. Россия в будущем будет великой действительно державой, империей, союзом, которым соберет вокруг себя. Сейчас Россия собирает, она собирает Индию. Вот иранский президент приехал, все это складывается в единую такую целостную новую систему. Но по природе своей мужчина завоевывает, а женщина все гармонизирует. И в основе новой эпохи Матерь мира, Богородица, Родина-мать, Родина-мать. Именно почему-то символ СССР была Родина-мать, которая и в своей энергии, которая давала женщина энергию мужчинам. Мужчина сражался за свою Родину-мать, за свою семью, за свою женщину, которая своими мыслями поддерживала. Стихи прекрасные есть, что «Я выжил лишь потому, что ты умела ждать. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди». Вот этот цивилизационный код наш, то есть в целом это цивилизационный код заключается в пути правды, этики сердца. Мы живем от сердца, нам ничего больше не надо. Сердце всегда наше знает. Эту сердечную чистоту больше всего проявляет женщина. Это ее природа, это ее свойство создавать это пространство любви, пространство чистоты, пространство гармонии. Вот, пространство, где из разного собирается целое. И это природа женщины. И поэтому в наших силах и создать это пространство. Пространство женской силы, которая в сути своей, во-первых, продолжает род физически. И духовно передает это главное послание своему ребенку, наполняет его. И насколько наполнит вот эти там 3-4 года, настолько все и будет. И вот в этом наша, как говорится, задача, которую мы можем исполнить и реализовать прямо здесь и сейчас, творить новый мир. Я повторюсь, новый мир начнет у нас по-настоящему твориться, когда будет создан первичный исходный фрактал, круг женской силы, эгрегор женской силы. Он создается обсуждением, он остается от сердца, он создается манифестацией, как некоторые говорят, хватит говорить. Вот если эти будут слова произнесены вслух и проманифестированы, транслированы в мир, тогда начнет уже как бы структурироваться это будущее. Будущее за женщиной мира, матерью мира. То есть, если я это говорю, это не значит, что отметаются мужчины. Женщина, задающая параметры правды, чистоты, любви, гармонии, вибрации. Мужчина, тот, кто реализует, проявляет непосредственно в мир эти параметры. И как женщина задаст мужчине, так он и будет проявлять. Говорят, что мужчина голова, а женщина шея. Вот, и куда шея, говорят, перевернет, туда голова и смотрит. Вот очень простые бытовые наши вещи, их надо поднять, это цивилизационно, это вечно, оно никогда не уйдет, оно всегда было. Мы это увидели, мы это обозначили. 3 столпа, 3 основы, 3 драгоценности, 3 сокровища этого мира. Правда или Бог, женщина, мать и семья, дом. Все, 3 основы, больше нам ничего не надо. Все остальное будет следствие. Поэтому мое вот это послание, это некое приглашение. И приглашение к активу женской силы Школы здравого смысла, и просьба эту встречу, эту конференцию, эту форму произвести быстрее, скорее. И первым темой будет, повторюсь, что женщина – начало всех начал. Учитель этики, любви, гармонии, тепла и добра. Она начало, она дает это все. Это нужно проговорить и этим создать эгрегор нового мира. Вот. И это для этого все есть. И ничего не надо. Нужно сосредоточиться на этом. И передать женщинам эту меру ответственности за создание этого круга женской силы, этого реактора, этого исходника, чтобы структурировать все остальные процессы, чтобы уже все остальные процессы, которые наработали мужчины, которые есть в изобилии, все уже написано, все сказано, все понятно, запустить. Вы понимаете, это топливо, это энергия. У нас есть машина, но она стоит. Если мы заливаем топливо, включаем, она поехала. Вот такое простое сравнение. Или еще можно сравнить, что это реактор, энергия. Все есть, провода, все есть, энергии нет. И мы, круг женской силы дает эту энергию, и включается свет. Да будет свет. И свет этот за женщинами. И нужно сосредоточиться и это провозгласить, проговорить, записать. Может быть, создать какой-то свой манифест или какое-то письмо составить. Как оно, как говорится, куда оно поведет. Спасибо, всех благ.